Еще один юноша стал жертвой массовых протестов в Венесуэле. Также с начала беспорядков в стране погибли 4 военнослужащих. Молодежные манифестации проходят в Каракасе и других крупных городах. Поначалу массовые шествия, приуроченные ко Дню молодежи, проходили без инцидентов. Но после марша колонн по улицам столицы начались столкновения с полицией. Общее число жертв беспорядков достигло 30, пострадали 365 человек.